гардеробная, спальня. Вот коридор. Кладовки. Привезли 500 килограмм ламината с подложкой. Вот такой. Ламинат двух видов. Разгрузили ламинат. Эта партия, она маленькая, серенькая. Это в комнаты. Комната, комната, гардеробная, гардеробная. И вторая партия. Вот он почти белый. Это коридор. И большая комната. Подложка серенькая, 3-миллиметровая, отсвечивает. Вот такая листовая. С этим ламинатом укладка шла в подарок бесплатно. Человек приедет через 3 дня, будет его укладывать. Нам ламинат уже положили. Гардеробная, спальня. Светленький. С фаской. В этой комнате тоже. И при входе в гардеробе. Здесь на стыке порожек надо будет купить. Вы что тут шаритесь? Вытаптываете ламинат свежий? Да. Ламинат вот такой. Кастамону. 33 класс, 8 миллиметров, Аква 24, 25 лет гарантии, все дела. Здесь тоже надо будет порожек, потому что здесь другой ламинат будет стыковаться. Коридор и комната, и вот та кладовочка из следующего ламината. Положили нам остатки ламината. Вот коридор. Коридор, переходящий в большую комнату. Большая комната. И уходящий в кухонную кладовку. Вот. Светлота, красота. Сейчас против окна отойду. Вот. Ну, он почти белый. Еле серенький. Вот по сравнению с тем, который до этого ложили. Он маленько посерее. Ну, сюда порожки встанут. Понятно. Там порожек. Здесь, здесь и здесь. Ну и здесь. Тут осталось положить линолеум. Подготавливаю к установке розетки с выключателями. Разложу. Повыкручивал везде шурупчики, потому что они вот так краской все залиты. Надо будет заехать новые купить. И пылесосом пройдусь оттуда. Повыковыриваю всякий мусор. Вот это все безобразие, чтобы внутри чисто было.
разложил я выключатели розетки. Ну, везде, где они должны быть. Вот. И почему-то нет выключателя сюда. Нет выключателя сюда. И нет выключателя вот сюда. Розетки есть, но смысл их тогда ставить? Это придется на прихожую, раздевалку и коридор покупать отдельно. И розетки, и выключатели. Ну, чтобы они совпали-то по цвету. Потому что таких, я посмотрел, Шнайдеров уже такой коллекции нет, чтобы докупить. Получается лишние 4 розетки. Из-за того, что нет выключателей. Почему-то сюда мы тоже не купили ни рамку, ни розетки. По выводам тоже вопросы, зачем здесь 2 вывода в одной это сделано. Это выключатель. Зачем здесь тоже 2 вывода? Это розетка под телевизор. Делали давно, я уже все позабыл. И что-то не записали мы, где что планировалось. Завтра электрик придет, будем разбираться. Установили нам розетки с выключателями. Оп. Все работает. Все красиво. Здесь. Так, это коридор. Оп. Светло. Здесь. Светло. Тут вторая клавиша. Это над дверью. Чик. Вот. Где он? Вот он. Фонарик. Все работает. Идем дальше. Здесь раз. В коридоре. В комнате. Раз. Вот. Все розетки. Все выключатели. Все на месте. Это в ванной. Оп. Там теплый пол, регулятор, розеточка. Дальше в кладовке и в комнате тоже вот поставили все розетки. Все красиво. Здесь 2 регулятора. Один теплый пол, другой контур двери, который прогревает провод, греющий кабель. Так что свет везде запустили. Единственное, вот эта комната темная, но здесь надо делать разводку ретропроводки. Ее чуть попозже сделаем. А так уже везде все работает. Расходы на ламинат. Ламинат АГТ, не знаю, как правильно читается эта фирма, турецкий. Армония на поле, 8-миллиметровый, 38 квадратов по 1490 рублей за квадрат. Минус скидка за нал. Итого 53 834 рубля. Подложка под ламинат 7 упаковок по 323 рубля, 2261 рубль. Ламинат второго вида Костамону Блэк. Дуб северный, 8-миллиметровый, 34 квадрата по 1090 рублей за квадрат. Минус скидка за нал. Итого 33 448 рублей. Подложка 33 квадрата по 60 рублей, 1980 рублей. Итого за материалы 91 523 рубля. Работа 7700 рублей. Это укладка 38 квадратов по 150 рублей за квадрат. И там выезд 1000 рублей и 1000 за 2 порога. Второй ламинат укладка была в подарок. Всего потрачено на данном этапе материалы плюс работа 99 223 рубля. Затраты на электрику доведения до ума. Это установка розеток. И пришлось кучу всего докупать, потому что сразу не предусмотришь всего.
получается. Розетка двойная, 9 штук по 347 рублей, 3126. Розетка одинарная, 8 штук по 336 рублей, 2692 рубля. Выключатель одноклавишный, 5 штук по 289 рублей, 1449. Выключатель двухклавишный, 1 штука, 336 рублей. Арма с бутылкой играет. Строительно-монтажная клемма, 4 штуки по 27 рублей, 108 рублей. Крышка для коробок, 2 штуки по 7 рублей, 14 рублей. Коробка установочная для полых стен, 3 штуки по 35 рублей, 105 рублей. Коробка клеммная монтажная пластина для печки, 511 рублей. Выключатель первый класс, 10 ампер в сборе, грифель, 402 рубля. Рамка 4 поста, грифель, 699 рублей. Это список по мере того, как мы ездили, докупали то, что не хватало. Розетка одинарная, 16 ампер, 4 штуки по 290 рублей, 1160. Рамка 2 поста, грифель, 307 рублей. Розетка 16 ампер, 290 рублей. Выключатель одноклавишный, 311. Итого на материал потрачено 11510 рублей. За работу мы отдали 6000. Всего за данный этап потрачено материал плюс работа 17510 рублей.